После карантинов и панических обострений в Мордовии, кажется, наступило эпидемиологическое затишье. Заболеваемость гриппом и ОРВИ идет на спад, но о полном выздоровлении, говорят в Роспотребнадзоре, речь вести еще рано. Мы имеем положительную картину стабилизации эпидпроцесса, снижение в целом по, значит, у нас по республике идет снижение понедельным порогом на 18,5%, по городу Саранску почти на процент. А вот с коронавирусом все сложнее. Заявлять с уверенностью, что в Мордовии его нет, можно лишь с оговоркой «пока». Накануне газета «РУ» опубликовала свежие новости. В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. Еще 83 на карантине. Все контактировали с человеком, заболевшим в Италии. Мы настоятельно рекомендовали, чтобы и Ростуризм, и Министерство иностранных дел, и, соответственно, правительственный штаб обращаемся к нашим гражданам, к нашим туроператорам воздержаться от поездок в Итальянскую республику как группами, так и частным образом. Россиянам уже настоятельно рекомендовали не ездить в Южную Корею, Италию и Иран. В последние уже несколько дней как не выдают визы, кроме деловых и гуманитарных. Защититься от коронавируса, напоминают специалисты, можно с помощью элементарной гигиены – мытья рук и термической обработки еды. В остальном необходимо положиться только на врачей. Самостоятельно отличить коронавирус от простуды невозможно. На территорию Республики Мордовии, значит, прибывали граждане Российской Федерации, жители Республики Мордовии в основном, из Китайской Народной Республики. За всеми были, значит, установлены медицинское наблюдение в течение 14 дней. И все были обследованы как, значит, скрин-тестами на все спектры наших вирусных инфекций, так и на новую коронавирусную инфекцию, в том числе, значит, и в референс-центрах в Саратовском. И самое главное, конечно, подтвердили отсутствие этого коронавируса в Новосибирске НИИ «Вектор». На территории Мордовии по-прежнему действует ограничение на въезд граждан из Китая и их выезд на родину. В республике учатся 10 студентов из Поднебесной, работает один преподаватель, еще пару десятков человек трудятся на предприятиях. В этом году их не пустили даже отмечать Новый год по национальному календарю. Кроме коронавируса, медики предупреждают и о второй волне обострения гриппа. Есть вероятность, что она может случиться в конце марта. Людмила Кусерова, Павел Толобаев. Наши новости.